На канале «Украина» состоится премьера четырехсерийного мелодраматического сериала «Рысь». В центре внимания находятся две лучшие подруги – красавица Анна и обаятельная Марина Рысева. Девушки привыкли делиться с друг другом всем происходящим в жизни, своими переживаниями и планами. У них не было друг от друга секретов, и они всегда помогали советами и делами, поддерживая даже в самых тяжелых ситуациях. Они родственные души, ведь им так легко общаться и проводить время вместе. Девушки были уверены, что ничего не сможет разрушить их дружбу. Аня и Марина решили поехать на летние каникулы в лагерь. Они даже не предполагали, через какие трудности им придется пройти, ведь эта поездка окажется судьбоносной и кардинально поменяет жизнь девушек. На живописном берегу девушки знакомятся с Александром. Его голубые глаза так и манят к себе, не давая оторвать взгляд. Обе подруги без памяти влюбились в харизматичного парня, он же с первой встречи покорил сердца обеих. Аня и Марина даже предположить не могли, что их дружба даст трещину. Саша выбирает Аню, оставив Марину в стороне. С этого момента подруги становятся злейшими врагами. Ведь Марине тоже хотелось любить и быть любимой, но Анна лишила ее такой возможности. Девушке придется сделать решающий выбор, который многое изменит в ее жизни и жизни бывшей подруги. Поймет ли Саша, кто его истинная любовь, и станет ли Марина бороться за свое счастье, или тихо уйдет в сторону? Премьера четырехсерийной мелодрамы состоится 20 сентября на канале «Украина». Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал.